Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. Здравствуйте, с вами губернатор Тульской области Владимир Груздев. И сегодня на НСН я расскажу о самых интересных событиях этого дня. Сегодня Россия подтвердила, что причиной крушения лайнера А-321 стал террористический акт. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Уверен, что политика, которая реализуется президентом России Владимиром Путиным, даст положительные результаты в борьбе с мировым терроризмом. Уже сегодня главы западных государств четко видят, что это мировая проблема. И решение этой мировой проблемы возможно только совместными усилиями. И роль России является определяющей в этой политике. Авторские новости. После атак в Париже 22 штата США отказались принять беженцев из Сирии. Россия всегда была открытым государством и всегда помогала людям, которые оставались без крова и защиты. И сегодня изоляционистская политика Соединенных Штатов еще раз показывает, что события в Сирии являются для них очень далекими, и они их не воспринимают как те события, которые беспокоят россиян и европейцев. Авторские новости. В 2016 году минимальная заработная плата в Тульской области поднимется до 13 тысяч рублей. Это решение поддержит наших граждан, прежде всего работающих в реальном секторе экономики, в условиях новой экономической реальности и высокой инфляции, что позволит нашим гражданам более уверенно чувствовать себя и обеспечивать свои семьи. Авторские новости. Тула вошла в число самых благоустроенных городов России. Уверен, что эта высокая оценка города-героя Тулы правительством Российской Федерации даст дополнительный импульс для развития не только города-героя Тулы, но и всей Тульской области. Авторские новости. Таким мне запомнился этот день. С вами был губернатор Тульской области Владимир Груздев. Всего вам доброго. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.